день дождей больше было. Привет, подписчики. В общем, я приехала в лес. Мы на тачке. Какая у тебя 9-я, да, модель? Серёж, какая у тебя модель? Говорю, 9-я? 14-я. А, 14-я, точно, 14-я модель. Вот. Нам почему приехали мы на ней в лес. Так, ну, телефон у меня опять плохо что-то зарядилось. Сейчас мы посмотрим, где сосна. В основном я буду снимать. Наверное, если что-то найду, сниму. Наверное, так. В общем, короче, ну, грибы в основном сыроежки попадаются. Очень-очень много мухоморов. Белый и красный мухомор. Сейчас мухоморов попробую снять. Красивые они. Так. Вот мухоморчик. У меня спички есть с собой. Хочу, знаете, как у, так, как, который в точечку красивых. Столько много мухоморов. Здесь очень много народу. Тут, короче, вот такие в основном грибы. Это или сыроежки, или груди такие. Но это вот больше похоже на сыроежку просто, которая переросла. Ну, главное, что они не червивые. Так, вот такие вот мухоморчики прям повсюду. Но это маленькие, а есть еще большие. Вон большой. Вон там дальше мухомор. Вон там светится мухомор. Вон там вдалеке мухомор. Одни мухоморы. Смотрите, какой огромнейший мухомор. Красивый такой. Как не настоящий. В общем, погуляли мы, наверное, сколько? Часик? Часик? Два погуляли? Да, пару часиков. Пару часиков мы где-то погуляли. Начало шестого. Одни сыроеги все большие, в принципе. Один подберезок я только нашла. Есть вроде бы опята, но тут из-за того, что тут вот этих мухоморов много, белых мухоморов, на этих опятках, короче, тоже какой-то, какая-то, как ободочек или что на ножке. Ну, не стали мы их рвать, потому что подозрения вызывают. Хотя, может быть, у них такие могут быть. Вот. Сейчас покажу, какие. Ну, короче, где-то... У меня полсумки, вот вообще полпакета. Ну, вот такого они плана. Все хорошие, там не червивые. Такие сыроежечки. Ну, просто чисто картошку пожарить. Смотрю, я развернусь или нет, чтобы это. Так, у меня тут телефон стоит. Так, вот ходим по лесочку. Короче, народу здесь полно, походу. Одни голодные внучки ходят. Кадры плохие все. Все затемненное. Ресницы приклеиваются. Рожа страшная.